минуты справедливости. Здравствуйте. Простите, а мы по адресу. Это вы за Законтария? Здравствуйте, здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Наташенька. Я очень вам рад. Я смотрю, вы с напарником. Да, с напарником. Здравствуйте, Евгений. Я вас немножечко по-другому себе представлял. Я прошу прощения, Заза, но это не Евгений Михайлюк, это Вадим Зорин, не менее известный журналист. Вот как. А что с Михайлюком? Где он? Ну, дело в том, что Вадим и Женя вместе организовали агентство, но Вадима призвали в армию. И мы с Михайлюком сотрудничали вдвоем. А сейчас получилось наоборот. Михайлюк уехал за границу, зато Вадим вернулся. У нас теперь снова команда. Вот теперь все встало на свои места. Заза, я, да? Между прочим, ваш коллега. Служил во внутренних войсках. Респект. Присаживайтесь. Чувствуйте себя как дома, пожалуйста. Пожалуйста. А я вам сейчас организую чай. У меня самый вкусный чай, вы сейчас попробуйте сами. Сейчас мы узнаем, какой нравится чай эксперту по внедрению реформ полиции. А вот и чай. Пожалуйста, угощайтесь. Спасибо. Заза, насколько я понимаю, вы нас сюда пригласили не чай пить. Деловой. Сразу к делу, значит. Это мне нравится. Ладно. Я давно уже наблюдаю за вашим агентством. И знаю, что вы в состоянии раскрывать сложные дела. Поэтому я бы хотел вам предложить сотрудничество. И уверен, что вы мне не откажете. Да? А с чего вы так уверены? Наверняка вы пробивали справки о нашей команде. Знаете, что мы по заказу не работаем? Да. Вадим, не нужны никакие заказные материалы. Я хочу привлекать вас с Натальей к расследованию очень сложных дел. Обещаю полный доступ к материалу. По открытым делам Вадим Зорин пишет статью. Взаимовыгодное сотрудничество. Ну так а в чем взаимность? Что вы от нас конкретно хотите и какая в этом ваша победа? Я вам сейчас расскажу мою глобальную цель. Реформатор, в данном случае я, хочет изменить систему. Звучит пафосно, но это так. Система состоит из множества элементов, которые уже давным-давно прогнили. Их пора менять. Задача не из легких. Ну что же, Бог вам помощь. Во время своих расследований вы будете систему видеть изнутри. Мне нужно, чтобы вы информировали меня о нарушениях. Например, коррупция, взятка и так далее. Мне нужны и интересны все, начиная от участковых, заканчивая судьями. В общем, все. Хорошо, а что вы будете делать с этой информацией? Обещаю, что буду принимать самые жесткие меры. Дело, которое я вам хочу сейчас предложить, как раз-таки одно из таких. Есть вероятность, что преступник попробует откупиться. О каком деле идет речь? Недавно в Киеве был убит очень известный пластический хирург. Он был отравлен. Отравлен? Интересно. А где и при каких обстоятельствах? Вот видите, вы уже интересуетесь. Минуточку. Имя убитого – Виктор Дворжецкий. В этой папке все по этому делу. Будем считать, что мы договорились? Ну, я бы не спешила, Заза. Для начала мы изучим, что в этой папке. Ваше право. Наташа, я не верю в эти байки. Скажи мне, какая борьба с коррупцией? За часть этой системы?
Тем более у полицейских уже есть подозреваемый. Этот человек сидит в СИЗО. Угу. Вадим, а ты совсем разучился доверять людям? Вот вспомнишь мои слова. Как только мы выйдем на след другого подозреваемого или что-то нароем на полицейских, тот же Заза скажет, что больше не нуждается в наших услугах. И вообще, нам что, заняться нечем? Почему нас должно интересовать дело какого-то доктора? Почему какого-то доктора? Дворжецкий не какой-то доктор, он очень известный пластический хирург. Ты хоть знаешь, скольким людям он помог? Я недавно смотрела передачу о нем. Я тебя сейчас найду. Вікторе Сергійовичу, ви в професії вже більше 30 років. Ви рахували приблизно, якій кількості пацієнтів ви допомогли? Ой, ну что вы, я давно уже сбился со счета. Я горжусь тем, что могу вот так просто помогать людям. Ну вот, например, недавно я прооперировал одну 5-летнюю девочку, Олю Короткову. Она чудом выжила после пожара, у нее лицо очень сильно пострадало. Да. Вот, но нам удалось помочь ей. Операция прошла успешно и совершенно бесплатно для ее семьи. Ну что ж, забираю свои слова обратно. Доктор действительно крутой. Ты знаешь, я сам бы взялся за это дело, даже если нам полиция его не подсунула. Подсунула? Да ты хотя бы представляешь, насколько тяжело нам раньше было добывать информацию. Никакого содействия и сотрудничества. А тебе сейчас папку с материалами следствия сами принесли. И дело действительно интересное и стоящее. Доктора отравили в своем собственном кабинете. Тело хирурга Виктора Дворжецкого обнаружила его секретарь Светлана Млюкова. Виктор Сергеевич! В результате проведенной экспертизы следователи установили, доктора Дворжецкого отравили акрилонитрилом. Яд был обнаружен во флаконе одеколона, который находился на столе врача. Предположительно, яд ввели в одеколон с помощью шприца, в то время как упаковка и флакон были фабричными. Как установили эксперты, концентрация яда в одеколоне была смертельна. Да, экзотический способ убийства. Я о таком раньше даже не слышала. Ты знаешь, я тоже об этом яде ничего не слышал. Но я знаю человека-всезнайку. Ивченко, точно. Я думаю, он знает. Ребята, привет. Чем могу помочь? Ты знаешь такой яд, акрилонитрил? Вообще-то, вначале здороваются, уважаемый Вадим. Здравствуй, Юрочка. Скажи, что ты о таком яде знаешь? Конечно, знаю. Акрилонитрил, химикат, производная синильной кислоты, используются в химической промышленности, в сельском хозяйстве и для производства лекарств. Один из самых сильных ядов в мире. А вы что, интересуетесь делом Дворжецкого? Его травили акрилонитрилом. Будете расследовать? Еще не знаем. А ты как считаешь, стоящее дело? Ну, конечно! Способ убийства нетривиальный, это интересно, я такое очень люблю. Супруга доктора – главная подозреваемая. Говорят, она очень богатая, так что не факт, что ее еще посадят. Ой, друзья мои, мне нужно бежать. Все, пока, работайте, орлы. Пока. Вот и Ивченко говорит, дело стоящее. Слышал? Подозреваемая не из бедных, так что наверняка у нее, кроме денег, еще и связи есть. Ну, очень хорошая почва для коррупции. Найдет кому взятку дать и на свободу. Вот Заза как раз такого финала и не исключал. Даш, не дави на меня. Ну, а как одеколон попал к доктору? Пишут, что в офис его доставил курьер. Ну, а что за одеколон? Ну, очень известный бренд, но эксперт говорит, что, может быть, он был изготовлен по индивидуальному заказу. А у полиции есть что-то на супругу Дворжецкого? Да, есть показания секретарши, некой Светланы Малюкова. А, да, Марина Дворжецкая, жена доктора, при ней неоднократно угрожала мужу. Ну, почитай. Заза, между прочим, очень интересную папку для нас собрал. Легок-то помине. Алло, да, Заза, привет. Да, здесь.
Включить динамик сейчас. Заза хочет, чтобы ты тоже слышал. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте, Заза. Через час в СИЗО будет следственное действие по делу Дворжецкого. Курьер будет опознавать женщину, которая передала ему подарочный пакет с одеколоном. Вы можете присутствовать. Отлично, пусть тогда выпишут пропуск на мое имя. Вадима, вы? Нет, я опас. У меня свои дела. Хорошо, я понял. До связи, ребята. Пока. Пока. Ну что, я в СИЗО. А ты куда? Ну, а я пойду к секретарше Дворжецкого. Расспрошу, может быть, какие-то угрозы были в адрес доктора. Завистники, враги. Наверняка они у него были. Я взяла больничный после пережитого стресса. Я не могу ходить на работу сейчас. А как вы думаете, кто мог отравить вашего шефа? Марина, супруга Дворжецкого. Здравствуйте. Меня зовут Наталья Дзюбенко. Здравствуйте. Моя фамилия Голуб. Заза Шалович говорил о вас. Я веду дело Дворжецкого. Это Олег Ковтун, курьер. Скажите, я должен Марину Дворжецкую опознать? Я просто услышал, как оперативники говорили, что она подозреваемая. Заводите. А что, кроме жены у Дворжецкого больше не было врагов? Да Марина это сделала, не сомневайтесь. Это она ему одеколон прислала в офис. Как раз накануне смерти доктора. А жена его лично принесла одеколон? Своими руками поставила на его стол? Нет, не она. В офис принес курьера, а поставила я. Поставили вы, но уверены, что передала его жена? Да вы бы видели, как она на Дворжецкого кричала. Почему мне звонит твой юрист? Что такое? Что происходит? Я готовлю документы к разводу. Ты дома, ты туда ничего не вложила. Поедешь жить к маме, все. Я? К маме? А ничего, что все эти годы я тебя кормила, поила, обхаживала, любовницу твою терпела. Теперь она уедет в наш дом. Только попробуйте. Я за себя не ручаюсь. Извините. Продолжим. Так что там насчет ссоры? Когда она произошла? Где-то за пару дней до смерти Виктора Сергеевича. Там к одеколону еще записка была. Любимому любимый аромат. Доктор, наверное, подумал, что это жена прислала. Хотела помириться или конфликт как-то сгладить. А почему именно этот одеколон подарили доктору? У Виктора Сергеевича было несколько любимых одеколонов. Но тот, который прислали, был самый любимый. Но об этом знали самые близкие люди. А Марина в первую очередь. Ну, я вижу, вы тоже в курсе, какой одеколон предпочитал ваш шеф. А вы что, меня подозреваете? Нет, просто констатирую факт. Так а что там жена рассказывала насчет любовницы? Это правда она была или так жена сгущала краски? Да, была. Карина зовут. Доктор ей квартиру купил. Они там жили в последнее время. Наверняка любовница тоже была в курсе, какой одеколон предпочитал Дворжецкий. Если хотите, можете с ней сами поговорить. Я знаю, как ее найти. Но я уверена, что это Марина убила. Она же сидит в СИЗО. Олег, кого из этих женщин вы видели? Кто вам пакет передавал? Ну, они же все похожи. Я не уверен, что смогу опознать. Я думаю, это крайняя слева. Или все-таки вторая слева? Да, точно вторая. Или все-таки первое.
Нет, вторая, точно вторая. Сейчас они снимут очки, и вы повнимательнее. Посмотрите на них. Пусть снимут очки. Та, которая пакет передавала, она в очках и в шарфе была. Но я думаю, что это вторая слева. Или все-таки первая. Нет, вторая. Точно вторая. Дворжецкая как раз вторая слева. Я думаю, это она мужа убила. Вы так думаете? Думаю, да, потому что у нас и другие доказательства против нее имеются. Официальная версия базировалась на следующих фактах. Несколько недель назад Марина Дворжецкая получила документы о предстоящем разводе. А за 2 дня до смерти Виктора он сообщил ей, что скоро она лишится всего имущества. Не будет развода. Так этому гаду и передай. И дом он не получит. Именно это, по мнению полиции, побудило обиженную супругу к мести. Дворжецкая прекрасно знала вкусы мужа. Была уверена, флакон одеколона с любимым ароматом не останется без его внимания. Следователи выяснили, Марина закончила химический факультет, ей было известно действие сильных ядов. При обыске в гараже Дворжецкой оперативники нашли пузырек с акрилонитрилом. Как показала экспертиза, именно это вещество было обнаружено в флаконе с духами. О, ты уже здесь? Да, уже давно. Ну что, я только что от секретарши. Она утверждает, что во всем виновата супруга доктора. Ты знаешь, Наташ, мне кажется, кто-то мастерски подставляет Дворжецкую. И еще, у доктора была любовница. Об этом что-то есть в деле? Ну да, есть, по-моему, одна строчка. Мол, такая есть, жена ревновала. И все? Да. Ну вот видишь, любовницу не проверяли. Ну а что у тебя? Была я на опознании, курьер опознал, указал на Дворжецкую, представляешь? Но я, честно говоря, в шоке от этого опознания. Там масса нарушений. Во-первых, курьер знал, что нужно опознать Дворжецкую. Якобы случайно услышал от оперативников. А еще вот это вот фото, само опознание. Смотри. Ну и как здесь можно опознать? Они все одинаковые. Вот и я про это же. В общем, я буду расследовать это дело только с одним условием. Под дудку Зазы я плясать не буду. Он что хочет? Чтобы Дворжецкая не могла откупиться? А я хочу расширить круг подозреваемых. Вот увидишь, мы первыми раскроем это дело. То есть ты хочешь устроить соревнования с полицией? Ну, ты понимаешь, что их версию опровергнуть будет очень сложно. Ну, а я постараюсь. Ну что, я пообщаюсь с любовницей доктора. А ты с его женой? Ну, вдруг что-то интересное всплывет. Хорошо. Да поймите же, я не убивала Витю. Да, к разводу все шло. Да, дом отбирал. Но, знаете, я не из бедной семьи. Я бы свою жизнь устроила. И мужу при свидетелях не угрожали. И яд у вас при обыске тоже не нашли. Угрожала. Но это были просто слова. Я знаю, кто убил Витю. Да, у нас с Витей были отношения. Я этого не скрываю. Его любила очень. Как мне теперь жить без него, я даже не представляю. Простите. Давайте я помогу. Карина, вы извините за нескромный вопрос. Откуда у вас это все? Витя все покупал. Мы с ним жили вместе. Он мне замуж за него выйти предлагал. Карина, а вы не в курсе, какой любимый одеколон был у Дворжецкого? Конечно, я знаю.
И так-то убила. Об этом одеколоне тоже знала. И это сделала не жена. Витю убила некая Виктория Набока. Он мне накануне смерти о ней рассказывал. Виктория Набока? Да. Мы вместе в институте учились, на химическом факультете. Дружили. Это она Витю убила. А яд мне подбросила. Она парик носит, внешне на меня похожа. Курьер мог ее видеть. А зачем ее убивать, Виктор? Мой муж оперировал ее. Неудачная операция. Но, к сожалению, так случается. А препараты для анестезии не подошли. Она во всем Витю обвинила, в суд на него подала, но проиграла. Ну, и вы думаете, что из-за этого она могла убить вашего мужа? Да. Да я уверена в этом. Незадолго до смерти Вити я к нему приходила на работу соглашение подписать. А тут Вика заявилась. Опять ты сюда приперлась? Ну что еще тебе надо? А ты все хорошеешь? Никаких операций у него не делаешь? Ты знаешь, что из-за твоего муженька я теперь буду носить этот парик всю жизнь? Послушай, суд признал, что моей вины здесь нет. Тебе этого мало? Да ты ж купил суд, это дураку ясно. Я требую, чтобы ты мне заплатил за моральный ущерб и за лечение тоже. А иначе я тебя убью, это я тебе обещаю. Вы оба ответите по заслугам! Ну пошел вон отсюда. Быстро! Я тебя предупредила. Привет. Привет. Как поживает любовница? Ну да нормально так поживает. Представляешь, защищает законную жену. Чего в жизни только не бывает. А скажи-ка, у нас есть основания подозревать, что именно она отправила одеколон доктору? Ты знаешь, Наташа, я сомневаюсь. Доктор хотел на ней жениться. Купил квартиру, ну и содержал. Еще у любовницы есть предположение, кто мог убить. Это пациентка доктора. Дай-ка я угадаю фамилию пациентки Набока. Да, откуда ты знаешь? А мне Марина Дворжецкая не говорила. Между прочим, в материалах дела о ней ни слова. Да? Интересно. Ну, а ты как думаешь, Дворжецкая могла убить? Я сомневаюсь, что она убийца. Во-первых, очень сомнительное опознание. А во-вторых, если бы Дворжецкая отравила мужа, зачем ей держать ампулу дома? Любовница и жена, не сговариваясь, указывают на третью особу. Это уже неспроста. Зачем им выгораживать друг друга? Смысла нет. Так что в их предположении может быть правда. Между прочим, о деле Набоки и доктора я узнала из интернета. Очень громкая была история. Мы предположили, что убийцей доктора Дворжецкого могла быть Виктория Набока. А мотивом преступления стала неудачная операция. Показать, что вместо ушей осталось. Эксперты установили, Дворжецкий нарушил медицинский протокол и не провел пробу на индивидуальную чувствительность к препарату. Но, несмотря на это, суд оправдал врача. После проигранного дела бывшая пациентка могла решиться на убийство. Скажите, пожалуйста, какое было решение суда? Позов на боки Виктории Петрівни проти Дворжецького Виктора Сергеевича залишити без задоволення. Тварь, я тебя уничтожу, ты понял? Я тебя уничтожу! Посмотрите, что он со мной сделал! Внешне Набока имела сходство с Мариной Дворжецкой. Именно с ней общался курьер. Но он мог ошибиться при опознании из-за нарушения следственной процедуры. Кроме того, Виктория Набока имела возможность подбросить яд подруге, которая уговорила ее на операцию. Эта версия нуждалась в проверке. Вы частный детектив? Смерть Дворжецкого расследуете? Да лучше вас интересовало, как он меня покалечил. Вы знаете, что Дворжецкий со мной сделал? Я на улицу боюсь выйти. Спать не могу. С работы ушла. Таблетки упаковками пью. А с этим что-то можно сделать? Что врач говорит? Я в Европе была, в Берлине. Немецкие врачи выставили сумму за операцию, неподъемную для меня.
И при этом они не гарантируют результат. Когда вы в Берлин ездили? Только вчера вернулась, 2 недели была. Знаете, Марина Дворжецкая считает, что это вы ее мужа отравили. Это она вам так сказала? Так вот передайте ей, я бы Дворжецкого убила. Просто не успела. Простите, ваш загранпаспорт? Я могу посмотреть? Смотрите, пожалуйста. Спасибо. И чтобы вы знали, не одна я хотела Дворжецкого убить. Недовольных пациентов было столько, что я вообще удивляюсь, как он так долго прошел. Ну что, привет. Ты у Набоки была? Что она говорит? А ты мне что, не дашь отдышаться? Я, между прочим, спешила. Вижу. Значит, Набока говорит, что была за границей. Ну, нужно проверить ее алиби. А, серьезно? Я уже проверила. Она мне сама отдала свой загранпаспорт. Ее действительно не было в стране, когда убийца передал курьеру одеколон. Кстати, она говорит, что у Дворжецкого было очень много недовольных пациентов. Вот как? Ну, я даже знаю, кто нам поможет с клиентами доктора. Здравствуйте, Света. Да, опять вы? Да, Светлана. У нас есть основания подозревать вас в убийстве Виктора Дворжецкого. Меня? Вы что говорите такое? У нас появилась новая информация, и вы, как никто, подходите под описание убийцы. К тому же, вам легче всего бы подсунуть одеколон с ядом Виктору. Но мне зачем это делать? Вот я и хочу узнать. Скажите, Светлана, у вашего шефа были какие-то конфликты с клиентами? Это конфиденциальная информация. Значит, не хотите помогать следствию. Ну что ж, дело ваше. Только учтите, вам будет только хуже. Мне придется вернуться сюда с полицией и ордером. Подождите. У меня есть анкеты всех пациентов. В первой папке пациенты мужчины, во второй пациенты женщины. А в третьей дети, что ли? Посмотрите сами. Ну, во как. Так, так, Иваненко, Рябчук. Кстати, у Рябчука с Виктором Сергеевичем конфликт был. Все, все. У меня больше нет времени. Пожалуйста, уходите. Нет уж, подождите. Разговор еще не окончен. Ну, поймите. Ну, я ничем не могу вам помочь. Ну, не отрезать лишнего, по-вашему. Не прибавить, где вы хотите. Вы одной из местной актрисы с нулевого 4-й размер сделали. Я тоже хочу. Это же совсем другой случай. Вы что, по паспорту мужчина? Вам сначала к психиатру нужно. Это порядок такой. Вы еще пожалеете, что так со мной разговариваете? И что отказываетесь мне помогать? Это вы больны, это вам нужен психиатр! Скажите, Свет, а у Рябчука с Дворжецким был только один скандал? Как бы не так. Рябчук приходил несколько раз в клинику к нам ругаться. Он мне как-то рассказывал, что самая большая мечта его жизни – это стать женщиной. Так, работает в парфюмерном магазине. Да-да, он работает в магазине, где изготавливают духи по индивидуальному заказу. А раньше Рябчук работал на фабрике по производству лекарств. Он фармацевт по образованию. Интересно. Здравствуйте, добро пожаловать в наш магазин. Я смотрю, у вас такой широкий выбор. Да, да, у нас обширный выбор духов, которые уже готовы, а еще мы делаем духи на заказ. Ух ты, интересно. Mm-hmm. Может, что-то порекомендуете? Для вас или для девушки? Да, для девушки. Ну, тогда могу вам порекомендовать замечательный аромат с нотками жасмина. Сейчас я вам его продемонстрирую. Он очень популярен среди девчонок, потому что является очень нежным и эротичным. Будете брать?
Да, пожалуй, возьму. Хорошо, тогда я вам сейчас упакую. Прошу вас, хорошего вам дня и прекрасных дней с вашей девушкой. Спасибо, Александр. Александр, вы не станете отрицать, что вы знакомы с доктором Дворжецким? Кто вы такой? Откуда вы знаете, как меня зовут? Я журналист Вадим Зорин. А что вы так напряглись? Да нет, абсолютно. А что вы здесь делаете? Что вам нужно? Это вы убили Дворжецкого. Агенты справедливости. Был убит очень известный пластический хирург. Экзотический способ убийства. Кто мог отравить вашего шефа? Марина, супруга Дворжецкого. Не будет развода. И дома мне получить. Я не убивала Витю. Кто-то мастерски подставляет Дворжецкого. Мой муж оперировал ее. У неудачной операции. Я бы Дворжецкого убила. Просто не успею. Ее действительно не было в стране. У вашего шефа были какие-то конфликты с клиентами? Рябчук приходил несколько раз в клинику к нам ругаться. Да вы больны, это вам нужно, психиатр! Это вы убили Дворжецкого? Уходите. Я не знаю никакого Дворжецкого и не понимаю, о чем вы говорите вообще. Всего доброго. Я думаю, мы еще увидимся. До свидания. Ну, наконец-то. Тебя где носило? Искал тебе подарок. Да? Алле, оп. О, какая прелесть. Сейчас попробуем. Погоди им пользоваться. Почему? Ну, может, не захочешь. Я кое-что выяснил. Дай. Обрати внимание. Упаковка без изъянов. Ну, видно, что работали профессионалы. И со слов секретаря Дворжецкого Светланы, точно так был упакован одеколон с ядом, который подарили Дворжецкому. Слушай, я ничего не понимаю. Я думаю, доктора убил Александр Рябчук. Транссексуал. Он хотел оперироваться у Дворжецкого. Именно у него я купил этот чудесный аромат. Светочка, если б ты знала, для меня стать полноценной женщиной – самая большая мечта. Вадим Зорин допускал, что доктора Дворжецкого мог убить Александр Рябчук, которому врач отказал в его желании сменить пол и увеличить грудь. Рябчук мог затаить злобу на врача и разработать такой план мести, чтобы в убийстве обвинили жену доктора. А раньше Рябчук работал на фабрике по производству лекарств. Он фармацевт. Фармацевт в прошлом, а ныне сотрудник парфюмерного бутика, Рябчук мог иметь доступ к акрилонитрилу и прекрасно разбирался в запахах. Он мог создать одеколон, который понравился Дворжецкому, профессионально упаковать флакон и ввести туда яд. Ты понимаешь, Наташ, меня волнует, что скажет курьер. Ну так покажи ему этого транссексуала. Постой. Олег, вы знаете кого-нибудь? Вы думаете, это она мне пакет передавала? Вы рост ее помните? Да я ее в полный рост не видел. Она из машины не выходила. Из машины не выходила? Странно. А следователи об этом говорили? Нет. Они так подробно не спрашивали. Ну, а машина какая была? Да вроде серый внедорожник. Не знаю, не рассмотрел. Было темно. Ну, а где передавали пакет, помните? А, это в двух кварталах отсюда. Я могу показать. Она прямо к офису приехала. Отлично, поехали. Женщина на это место приехала. Я вижу, здесь есть камера наблюдения. Надо будет посмотреть, что на них. Я как раз из офиса вышел, домой шел. А тут она. Молодой человек. Вы курьером здесь работаете? Ну да. У меня дело есть к вам срочное. Рабочий день у нас уже давно закончен. А я заплачу. Окей.
нужно доставить сегодня вечером. Адрес внутри. Хорошо, до свидания. До свидания, спасибо. Юрочка, спасибо тебе, что ты пришел. Ну, если вы звоните, значит, что-то важное. Я так понимаю, по делу Дворжецкого. А это подозреваемые. Да, совершенно верно. Мы встречались с курьером, и выяснилось, что женщина, которая передала ему пакет, из машины не выходила. Еще, Юр, нам удалось раздобыть видео с наружных камер наблюдения. Сейчас посмотрим, кто на них. Полюбопытствуем. Так. Номера на машине замазаны грязью, но я узнавал, модель точно такая, как у Дворжецкой. Я проверял. Вот смотрите, здесь хорошо видно нашу барышню. Что-то меня смущает. Как-то она странно тянется к окну. Да? Как будто у нее руки короткие. Хотя, судя по тому, что она головой почти упирается в крышу, ее рост должен быть где-то 1,70–1,75 м. Хотя... О! Понял! Посмотрите на длину ее руки. Длина где-то 55–57 сантиметров. А как вы знаете, по расчетам пропорций тела Леонардо да Винчи, размах рук человека равен его росту. И в этом случае, я думаю, что ее рост 1,60 м, не более. 1,60 м? Погоди, ты перед этим сказал, что у нее рост 1,70–1,75 м. Ну, дама очень хочет выглядеть высокой. Она подложила себе подушку или книгу под одно место, и... Но длина руки выдала ее рост. Угу, и что получается? Все наши подозреваемые выше 1,60 м. А эта женщина, которая сидит в машине, хотела выглядеть высокой, как Дворжецкая. Уверен, убийца, женщина невысокого роста, где-то 1,60 м. Вот кого вам нужно искать. Вопрос где? Все, друзья мои, я пойду. У меня сегодня встреча с пропорциональной девушкой. Удачи. Спасибо. Удачи. Надеюсь, она еще жива. Так. Да, у меня есть анкеты клиентов нашего доктора. Сейчас посмотрим, у кого рост 1,60 м. Держи. Давай. Половину. А я смотрю здесь. Вот, нашла. Ангелина Залещук. Слушай, это же известная актриса. Ее рост 1,60 м. Ну, а у меня никого с таким ростом нету. А я вспомнила. Помнишь, мы с тобой смотрели интервью с Дворжецким? Тогда доктор рассказывал о Залещук. Пойдем. А кто среди зірок вітчизняного шоу-бізнесу був вашим клієнтом? Ну, почему же был? И до сих пор есть. Вот, например, одна очень знаменитая актриса, моя клиентка. Ну, вы ее знаете. В свои хорошо за 40 лет с каждым годом выглядит все лучше и лучше. Моя работа. Скажите, а про кого йде мова? Ваша клиентка Ангеліна Заліщук? Ну, я назвал ее имя, это вы сказали. Так вот, интервью, в котором Дворжецкий заявил, что оперировал актрису, тогда вызвал очень большой скандал. Залещук заявила, что это ложь, а журналисты заупрямились и решили доказать обратное, что врет актриса. Ну и что? Ну и то, что в результате оказалось очевидным, что Залещук неоднократно ложилась под нож пластического хирурга, хотя сама всегда это отрицала. Получается, что мотив, чтобы расправиться с доктором, у нее был. Да и рост совпадает. Стоп, кажется, есть идея. Как назывался одеколон? Сейчас мы устроим цирк. Давай. Ой, Ангелина, здравствуйте. Мы фанаты ваши. Хотим выразить вам восхищение. Спасибо, мне приятно, но я, как видите, занята. Мы много времени у вас не займем. Скажите, а вы знаете о смерти Виктора Дворжецкого?
Ну, умер и умер. С кем не бывает. Вы знаете, как его убили? Его отравили. Да вы что? Да. Понятия об этом не имею. Да? Да, это все? Нет. Нет, у нас еще подарок для вас. Вот, это вам. Вы что делаете? Отлично. Ну что, 2 минуты у нас есть. Оп, время пошло. Ангелина, то, что в одеколоне яд, знал только один человек. Настоящий убийца. Как? Как вы вышли на меня? Я же все продумала. Ну, значит, не все. Хорошо. А если я вам скажу, кто мне одеколон дал, вы меня отпустите? Я заплачу. Я хорошо вам заплачу. У меня есть поклонник. Он химик, это он закачал яд в одеколон. Ангелина, зачем вы убили доктора? Что мне делать оставалось? Это же из-за него все. Все из-за доктора. Что из-за него? Меня муж бросил, когда об этих операциях узнал. Что мне было делать? А потом все вообще пальцем стали тыкать и смеяться за моей спиной. Все, я не могу эту истерику слушать. Я звоню следователю. Пусть вызывает наряд полиции. Наконец мы смогли воссоздать полную картину преступления. Ангелина Залещук и доктор Дворжецкий много лет дружили. Как же я рада видеть вас. Кстати, у вас очень приятный аромат. А, это мой любимый одеколон. А название скажете? Это будет наш с вами маленький секрет. Дружба рухнула после того, как Дворжецкий в одном из своих интервью намекнул, что Ангелина Залещук была его постоянной клиенткой. Вот, например, одна очень знаменитая актриса с каждым годом выглядит все лучше и лучше. Моя работа. Назойливость прессы, уход молодого мужа, неудачи на профессиональном поприще – все это привело Ангелину в ярость. Скотина, ненавижу. Каждого, кто сюда видел. Витенька. Витенька, ты мне поможешь? Да, конечно. Помнишь, ты мне о ядах рассказывал? Отправить доктора на тот свет ей помог ее поклонник-химик Виктор Жмучков, сотрудник научно-исследовательского института. Он и ввел яд во флакон, после чего заново его упаковал. С доставкой актриса решила не рисковать и использовала курьера. Залещук знала о конфликте доктора с женой, поэтому решила подставить ее, подбросив ей в гараж ампулы с акрилонитрилом. Дворжецкий принял подарок, не подозревая, что стал жертвой мести актрисы. Наташ, слышала, Дворжецкую отпустили. Она уже на свободе. Интересно, сколько дадут Залещук за убийство доктора? И что будет с ее поклонником, химиком? Зорин, с этим всем суд разберется. Меня больше волнует, что с Зазой делать. Я тут записку подготовила обо всех нарушениях. Пусть они лучше проверяют нарушение процедуры опознания на боке. Вот только нужен ли на самом деле Зазе этот отчет? Мы ведь полицию обскакали в расследовании. Ребята, здравствуйте! Здравствуйте, Заза!
Наташа, вот эти цветы для вас. Спасибо. Но, естественно, они никогда не сравнятся с вашей красотой. Заза, спасибо большое. Я вас поздравляю. Вы раскрыли дело Дворжецкого. Это, по-моему, неплохое начало нашего сотрудничества. Да, но нарушений тоже была масса. Я вот здесь записку подготовила. Важный документ, спасибо. Ну что, Вадим, теперь ждем статью. Я думаю, материал получится то, что надо. А мне пора. Всего доброго. Всего доброго. Удачи. Смотри, цветы дарит, в комплиментах рассыпается. Джигит! Зорин, да кто рассыпается? Это что, ревнуешь, что ли?